все, кто смотрит меня, и здорово все, кто зашел на мой канал, с вами Турбо Ёжик. Чё, мы проходим GTA-шку пятую, как всегда, погнали, играем за Майкла. Смотрю, буква М появилась, похоже, возле прям его дома, а вернее в нем, да. Давненько у нас не было миссии прям в его доме. Все, мы бегаем, что-то грабим, давайте зайдем, глянем, что там случилось. Давай, дружок. Майки, 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 заходи. С кем у нас разборки будут на этот раз? Ну-кась. Никого. Странненько. Мужик устал. Эй, привет. А вот и Тревор. Дерьмо, что тебе нужно? Я твой друг, мне ничего не надо, просто хотел с тобой пообщаться. Как всегда. Спасибо, я это очень ценю. Ну, как семья, еще не вернулись? Нет. Ну и дура же твоя баба. Несмотря на весь этот бардак в последнее время, кажется, я наконец-то разобрался в своей жизни. Знаю, звучит глупо. Нет, что ты, совсем не глупо. Понимаешь, ты же у нас крутой, да? Да, ты человек дела. Ты не сидишь на диване, ты банки грабишь. Ты снова в деле, брат, мы снова в деле. Понимаешь? Осталось только Брэда вытащить из тюряги, и все будет в шоколаде. Франклин делает нашу команду мультикультурной, Лестер технически продвинутый. Мы как современная Америка, только геев в команде не хватает, во как. Нет, я не об этом. Деньги у меня есть, от них одни несчастья. Я хочу кино снимать. Прекрасно, прекрасно. А что будет со мной в этом втором акте твоей жизни? Мы провернем последнее, самое большое дело и закроем лавочку. Я не в игрушки играю, понимаешь? В этом вся моя гребаная жизнь. У меня есть семья, а у меня ничего нет. Все на меня насрать. Мне нет. Да пошел ты. Я видел твою могилу, рыдал над ней. А потом оказалось, что я на самом деле ни хера тебе не знаю. Вообще ни хера. Ты не умер тогда, и ты не мужик. Ну а ты кто такой? Я твой страшный сон. Эй. Срутся, как всегда, блин, этот Тревор. Достал уже. Ну, слушай, можно я кое-что от тебя спрошу? Я уже давно думал об этом. Там, в Северном Янгтоне. Кого там похоронили вместо тебя? Да, кстати, интересно, кого? Никого. Никогда не задумывался. А знаешь, что я думаю? Понятия не имею. Ты подлая тварь. Ты для меня сдох. Знать тебя не хочу, гнида. Твою мать, Тревор. Эй, эй. Какого хрена? Чё, подружки поссорились? Супер. Доберитесь до международного аэропорта Лос-Сантос. Ну, погнали. Только мне тачка нужна. Похоже, Тревор хочет уехать. Стоп, 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 Тревор, бери трубку. Так, мне нужна тачка. Пошел ты! Да ладно тебе, куда ты собираешься? Ты знаешь куда? Пошел ты! Зачем ехать аж в Северный Юнтон, чтобы узнать, что я могу тебе рассказать? Поехали, закажем пиццу. В жопу тебя, в жопу твою пиццу, в жопу все, что она символизирует. Это бред. Нет, это в кое-то веки разумная мысль. Стойте машину, вернись, поговорим. Я не собираюсь выслушать твое очередное вранье. Эй, я тебе все расскажу, все, только остановись, поверни обратно. Я хочу сам все увидеть. Ты будешь расстроен, но каким-нибудь... Ты разочаруешься, в могиле ничего нет. Просто мешок с песком или что-то в этом роде. Это все обман. Сплошная ложь, как ты можешь спать спокойно? Игре конец. Я сэкономлю тебе время, ты мне уже достаточно помог, дружище. А твою мать, меня на капот посадили. Охренеть, да вы охренели что ли все? Пошла нахер.
Так, Тревор отправился в Северный Юктон, чтобы откопать могилу. Посмотри, кто там похоронен. Дэйв, погнали. А зачем мне в аэропорт-то надо? Особый агент Нортон. Черт, Дэйв, он знает, кажется, он знает. Черт, Дэйв, он знает, кажется, он знает. Что, кого? Подумай. Твою мать, откуда? Не знаю, у него есть голова на плечах. Но все ли он знает? Он едет в Людендорф, чтобы подтвердить свои подозрения. Твою мать, а потом... Никто не знает, что потом, я не знаю. Попробую с ним договориться. Я бы пошел с тобой, но я... Не волнуйся, это касается только нас с ним. Кроме того, если все пойдет плохо, ты ведь тоже в его списке. Это успокаивает. Охренеть, а кого он похоронил-то вместо себя тогда? Может быть, того другого... Кореш-то у них, типа, в тюряге сидит. Может, он не в тюряге вообще? Может, он вместо Майка похоронен? Охренеть, вот это поворот. Хотя я и не знаю... Что, охренеть? Охренеть. Закрутили сюжетик. Ладно, глянем дальше, пока едем. Только я не понял, зачем в аэропорт нам? Может быть, мы туда отправимся, в этот Северный Юнгтон? Фиг знат, проверим сейчас. Тоже не знаю. Жесть. Черт, Тревор разозлится и будет мстить. Будет нас искать. Охренеть, а может нет, может договориться как-нибудь. Уху-ху-ху-ху, непонятно, непонятно, непонятно. Ничего не понятно. Одни вопросы, где же ответы? Вот аэропорт, кстати, почти доехали. Подвинулись, паскуды, мне нужно на самолет. Так, как-то вниз надо спуститься. Чё я здесь кругами буду ездить? Ну-ка, нужно вниз. Да чёрт твою мать, заезжай на бордюр. Хренас, придется объезжать. Давай! Блин, хренас 2. Ох ты, чёрт твою же мать. Погнали, вот так вот. Jesus Christ! Ой-ой-ой-ой-ой! Так, мне нужно вниз спуститься. Задолбала ты. Отодвинься, сволочуга. Подвинься. Во-во-во-во-во, вот так вот. Твою мать, все равно не спустился. Черт. А че не по той дороге поехал? Охренеть, не на ту свернул. Давай, мужик. Уж разогнаться надо. Давай разгонюсь вниз. Хрена с два, не хочешь там перелетать. Посадка, видать, низкая. Давай, давай, спускайся. Не, бесполезно, придется объезжать все-таки. Ну-ка, если так вот набрать скорости. Нет, бесполезно. Всю аудюху разбил. Давайте так тогда спустимся. Не на ту полосу я заехал, пришлось еще круг делать. Здесь что ли тогда? Да, вот так вот вниз. Куда-то сюда повернусь. Вот так вот, в принципе, вроде. Отвали! Спортсмен-полуночник. Так, ну-ка, рассосались. Ша, падлы. У-ху-ху-ху-ху. Почти доехали. What's going on? Где этот кукурузник? Стопэ, 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 стопэ. О, ноу, пощадите. Хрена с вам. Так, сюда вот куда-то. Вот на парковку нам. Стоять, все. Доберитесь до входа в терминал на втором уровне. Погнали. Так, мы кого-то встречаем? Или улетаем? Los Santos International Airport. Эй, тихо, никто меня не сбейте. Вот сюда мне. Че встали? Подвиньтесь, иди нахер. Сюда вот, да? А, наверное, нужно спуститься. Погнали. Нужно наверх залезть, да. Вот стрелка показывает наверх. Понеслась. Так, и где здесь вход? Нужно поискать, побегать. Вот сюда, наверное. Так, спускаемся вниз. Почему вниз? Мне нужно наверх. Отвали. И вот куда-то сюда. Что-то народ совсем нету, спят, что ли, все. Так, наверх как-то попасть. Где лестница наверх?
Тут пробежим здесь. Сюда. Надеюсь, правильно я? Или сюда вниз спуститься? Охренеть. Да, наверное, все-таки вниз. Так, еще вниз. Вот так вот. Правильно, нет? Не, нихера, это... Электричка здесь ходит. Не туда. Возвращаемся. Наверх нужно вход искать. Может быть, на лифте как подняться? Оля! А вот спуск. Это куда ведет? Ну-ка глянем. Электричка! Стой! Паскуда. Нет, не туда. Назад. Охренеть, я что, заблудился, что ли? Хорошо. Время не идет. Мне нужен лифт. Эй! Нет, это закрыто здесь. Давайте здесь глянем. Вот лифт вроде. Как вызвать? Никак? Нет, похоже, что никак. Сюда могу войти? Хрен, закрыто. Твою мать! Неужели я заблудился? Какого хрена? Покажите мне путь, почему нету здесь никого? У кого спросить дорогу? Эй! Эй! Так, оттуда я пришел. Правильно? Ну, по идее, да. Терминал. А по карте, если в карту включить? О, вот так вот. Ну, вот так вот я и бегу. Вот так вот. Карта. Хрена с два, мне нужно наверх. Ну и я явно вот на этой машине не залезу. Где же вход, мать вашу? Мне нужен лифт, паскуды. Так, здесь у нас что? Нихера, там человек промыходящий, картина. Эй, ну лифт, ну чё ты? Давай, включайся. Терминала. Хоть табличку повесили бы. Может быть, на том поезде мне нужно ехать? Который ходит по тоннелю. Жесть! Куда мне идти? Куда мне идти? Что за хрень? Ну тут кроме этих больше ничего нету, кроме этих лестниц, которые вниз ведут. Какого хрена? Может быть, реально нужно на этом поезде ехать? Ну-ка давайте посмотрим. Такс. Такс. Билетик купить, что ли? Эй, касса. Кто не работает? Где все? Погнали здесь. Побежим. Хрена с два тоже. Твою мать. Вперед. Что, по путям, что ли, побежать? Если меня электричка собьет. Ну, погнали. Попробуем. Эй, кыш. Кыш, сволочи. Если электрички не будет сзади. Чё-то мне кажется, не туда я чешу. Здесь есть вход куда-нибудь? На ту сторону мне нужно как-то перебраться. Нет, тоже нету. Ну, вы охренели, что ли? Черт! О, электричка он идет. Вовремя я. Эй, стой! Стой! Стой, паскуда! Охренеть! Уехала без меня! Вот какой-то выход. Ну-ка глянем. Куда это ведет? Дверь открыта, нет? Нихера, закрыта! Да, твою мать. Нихера не туда. Возвращаемся назад. Паскуда. Что-то заблудился реально. Эй, электричка, довези меня. Электричка. Может, я не туда вошел? В тот терминал? Или не тот вход? Назад вернуться? Твою мать, а? Как же так-то? Народа вообще нету, как-то странно это все. Куда я попал? Куда? Куда, непонятно. В шахтах. В
В тоннелях аэропорта брожу, хожу. Выхода не нахожу. Ёжик, как ты мог? Заблудился в аэропорте. Отвали, майки, майки, майки. Это что за вход? Фига тут закрыто все. Пошла нахер. Отвали. Давай, поднимайся. Лос Сантос. Что-то я не пойму, куда идти? Где здесь таможня? Где здесь... Что находится вообще? Стоп. Остановился. О, может быть не сесть на него, реально? Ну-ка, стоп. Стой, 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 стой. Иду, 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 иду. Все, я тут. Может просто доехать надо на нем. Не пешком идти. Поехали, все, я готов. Погнали, мужик. А я могу, может быть, электричкой управлять? Поехали. Сейчас попробую зайти к нему. К машинисту. Все, закрылись двери. Все, поехали. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, мы едем в электричке. Посмотрим, куда нас довезет. Надеюсь, до терминала, в который нам нужно попасть. Если нет, это будет полный фейспалм. Но там больше входа нету нигде. Непонятно, куда идти. Нету ни лестниц, только лестницы только вниз ведут, и все. Сейчас посмотрим. Да, это транзит, который ездит между... Не этот... Ну да, это транзитный. От станции до аэропорта, по идее. Мы сейчас что, куда попадем? На станцию? Или из аэропорта вообще выйдем? Охренеть. Сейчас посмотрим. Куда нас завезет? Эй, что за хрень? Куда мы приехали? Вы что, круг сделали? Какого хрена? Эй! Какого хрена? Куда я приехал? Твою мать, назад что ли? Пепси-кола, давай. Один бакс. Погнали, все, все. Молодец. Вперед, побежали, на нахер. Так, ну и чё, куда я попал? Назад, что... Круг сделал, что ли? А, нет, гляньте-ка. Приехал, приехал. Кажется, сюда куда-то. А я пройду здесь? Отвали, вот здесь уже охрана есть. Нормально. Так, международный аэропорт Лос-Сантоса. Отлично. Как я раньше не додумался. Погнали. Так, да, куда-то вот сюда вот. Все, наконец-то. Фух. Блуждал, да, пешком бы я долго бежал, конечно. Хорошо, что доехал. Давай, выбирайся. Что-то я не понял, он между отделениями аэропорта... А, это, наверное, станция была. Твою мать, точно. Это не сам аэропорт был, это станция. Да, вот аэропорт сейчас сам будет. Все верно. Охренеть. А чё мы сразу не доехали на машине-то до него? Жесть. Ладно, погнали пешочком. Я-то думал, куда идти. Все понятно. Все понятно теперь. Отвали. Так, далеко нам еще? Дай-ка машину, что ли, возьму. Бери тачку. Давай быстрее, заколебался. А, нет, стоп, какого хрена? Погнали. Что за хрень? Что это было? Не прокатило, что ли? Твою мать! Народ, что за дела? Слышь, что за дела вообще? Ты что, назад приехал? Не прокатило, что ли? Ну-ка посмотрим. Эй, отвали. Отвали, мужик. Вот куда-то сюда мне надо опять. Я что, круг сделал, вернулся? К
Какого хрена? Твою мать, я реально круг сделал. Что за хрень? Блю. Падла. Вот падла. Ну вот мне сюда. Здесь вот я был уже. Чё делать-то? Сюда вот куда-то. Детализация. R3. Твою мать. Может мне наверх залезть? Вот здесь лестница есть. Может реально мне наверх надо, а не вниз? Твою мать. Давайте поднимемся здесь, попробуем. Поднимайся. Ну больше выхода нету. Внизу там вообще. Твою мать, точно мне сюда. Падла. Зато прокатился на электричке бесплатно. Думайки. Думайки. Это что еще за китайцы? Да, реально мы в самолет сели. Ладно, поехали. Полетели. Fly us. Йоу, и куда мы прибудем? Интересно. Понятно, Людендорф, где... Доберитесь до Люсфердорфского кладбища, где похоронили типа... Майка. Туда же Тревор поехал, только на машине. Слушай, Аманда, мы переезжаем в Лос-Сантос. Начнем новую жизнь. Я заключил сделку, мы начнем все с чистого листа. А, это он вспоминает. Так, слушай меня, и тогда никто не пострадает. Доверься мне, милая, посмотри на меня, Аманда. Что мне еще оставалось? Варианты были? Или сдохнут все, или останется один. И остался я. Спокойно идти, спокойно. Его зовут Дэйв Нортон, он хороший парень, с реальным взглядом на вещи. Он прославится, а я выйду из игры. Тут и думать нечего, Аманда, у меня нет ни выбора. Ты хочешь умереть здесь, где всегда идет снег, или жить там, где всегда светит солнце? Слушай, ты вообще жить хочешь? Скажи мне, что хочешь, мы это уладим. По-любому, там похоронен другой чувак. Тот, который типа в тюряге сидит. Вот этот вот человек из ФРБ и Майк, похоже, что заключили между собой договор. И вот таким вот образом решили проблему. Твою мать. Не дрейфи, действуй по плану, и все будет в ажуре. Я сделал свою часть сделки, Аманда. Все кончено, мы свободны. Детка, заживем счастливо, как нормальная семья. Это в план не входило. Охренеть. Сейчас мы с вами узнаем, наши догадки будут правильные или нет. Сейчас доберемся. Ну, Тревор вообще-то не мог там. Может, в самолете быстрее бы должно, по идее. Дело сделано, все в порядке, милая. Все позади. Все накрылось, чувак, мы в жопе. Одно последнее дело, и на этом все. Доберитесь до своей могилы. Охренеть. До своей могилы как-то звучит как-то не очень, если честно. До могилы Майка. Так, где тут вход-то? Как нам попасть за забор? Здесь вот пройти, может быть, где-то... Через забор сможем перелезть, нет? Твою мать, чё ты? Блин, ну давайте вот здесь вот пройдем. Стараемся. Так, сейчас все станет ясно. Спустя столько лет. Что же там на самом деле было? Вот здесь вот сейчас перелезем через забор. Давай. Вот так вот. Он уже там? Твою мать, он что? Как он быстрее на машине добрался, чем мы на самолете? Какого хрена? Не трать попусту время. Ты для этого сюда прилетел? Рассказать мне, что я зря трачу время? Давай, раскапывай. Мне насрать. Да ты похож на человека, которому на все насрать. А, не смеши меня. Долго ты еще врать будешь, Майки? Когда это кончится?
Все тайное становится явным. Успокойся, Тревор. Ничего там нет. Вот он. Момент истины. А как он узнает, кто там похоронен? Там же ничего не останется. Столько лет прошло. Одни кости. Какого хрена? Ну-ка, давайте глянем, кто же. Твою мать. Как будто я не знал. Брэд. Твою мать. Слушай, каждый выживает как может. Все это вышло не совсем так, как я планировал. И как это планировал, а? Брэд в тюрьме, а я в земле? Или мы оба в гробу? Брэда подстрелили, ты видел? Он не выжил. И меня тоже. Но мне повезло, вот и все. Я думаю, единственное, чего ты не планировал, это увидеть меня на своем пороге 10 лет спустя. Майки, я горевал по тебе. И мне тебя не хватало. Но у меня есть долбанная семья, Тревор. Мы все должны были умереть. Он умер. Змея ты подколодная. Твою мать. Я этого не хотел. Врешь. Только у тебя сраная кишка тонка. А я другое дело. Я потерял больше, чем ты. Лучше не скажешь, брат. А теперь стреляй. Охренеть. Ну да, я так и думал, что там Брэд. Кишка тонка. Давай, мать твою, стреляй. А это еще кто? Твою мать, на нахер. Твою мать, на. Тревор Хиллис, мистер Чан хочет поговорить с вами. Эй, хо-хо-хо, вы не по адресу. Эй, вон он. Лови бойфренда. Бойфренда? Садитесь в машину. Какого хрена, Вы чё, паскуды? У меня оружие-то есть? Что-то нету. Выходи! На тебе, паскуда, иди сюда. Нет, суперспособность пока не надо. Вон он! Мразина. Покажись! Сволочь! Где ты? Вот он. Ай-яй-яй! Получи, паскуда. Там еще кто? Еще подъехали. На, сволочь! У них у всех автоматы, а я с пистолетом. Эй, нечестно. Сдавайся, пожалуйста. Твою мать, а. Тревор, ты козел. Да, перевод, конечно, у нас... Тут, я как и говорил, немного не совсем правильный. Смягчают слова матные. Да, вот так вот. Паскуда, да иди сюда. Пистолет один, что я с ним буду делать? Мне нужно оружие нормальное. Ну, конечно, еще фургоны. Мне нужен автомат. Черт. Еще фургоны, что ли? Твою мать. Вы совершили ошибку. На, мразь. Патроны сейчас кончатся на пистолете. Нужно автомат взять где-нибудь. Черт, отвалите, мать вашу. Пошли в жопу. Что-то у вас многовато здесь, ребята. Мистер, ты окружен. Отвалите, тупые говнюки. Твою мать. Мне нужно оружие нормальное. Черт. Зря вы сюда пришли. Так, погнали. Что-то взял вроде, да? Да, автомат. Хорошо. Вернись, автомат. Чё, паскуда? Быстрее, быстрее спрыгивай. Давай, Майки. Стреляй. Чёрт. Получи, мразь. Прячься. Вот так вот. Паскуда. Вот он, попался. Эпик эй, мазафака. Вот так вот. Зря вы пришли сюда, мальчики. Гивель ап. Ёжик всех отправит на тот свет. Вам нужен бойфренд, да? Последний вроде.
Готов, птичка. Все, погнали. Патроны. Еще не все. Твою мать, достали, уроды. Лично я против вас ничего не имею. Да, 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 да. Вот так вот. Ублюдки тупые. Где еще один? Вон он. Твою мать! Уроды! Ёжик, херач их! Прячемся! Черт! Почти! Нужно до тачки добраться! Паскуда, на! На, паскуда! Мимо! На тебе! Мразины! Заколебали палить, а? Получите, блюдки. Погнали. Быстрей, 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 быстрей. Прячемся. Где-то сволочь. Иди сюда. Тихо. А, там фургон. Да пошло на все. Вы первые начали. Там вроде один, погнали с ним разберемся. Ты всех убил, воу! Там еще и тачка взорвалась. На, паскуда. Так, где машина моя? На чем я приехал здесь? Еще кто-то едет. Твою мать, ну еще фургоны, конечно. Вот тачка. Забыли посмотреть расписание? Быстрее в тачку. Давай, все, куда ехать? Заводи майки. Быстрее, Тревор. Черт. Вот он. Все, кранты. Держи руки на виду. Тебе некуда бежать, бойфренд. Ладно, ладно. Вытряхивайся из машины. Охренеть, это кто вообще? Что за хрень? Твою мать. А вот Тревор. Он в самолете на своем летел. Я думал, что он так быстро прибыл туда. Летите на аэродром Сэнди Шорс. Он на самолете на своем летел. Я как мог забыть, что у него же аэропорт же свой есть. Аэродром, вернее. Аэропорт, я сильно сказано. Ну, погнали. Йо-ху-ху. Майка захватили. Это кто звонит? Тревор Филлипс Индустриес. Мистер Филлипс, это Ван Чен. С моим старшим сыном Тау уже знакомы. Ага, жуткий торчок. Разорвал уже обговоренный контракт. Как у него дела? Спасибо, он по-прежнему осваивает дела. Мои друзья упустили вас в Северном Нингтоне. А я надеялся, что мы сможем поговорить. А, это были твои люди, извини, что мне пришлось свалить. Ваш бизнес мне мешает, я хочу начать операцию в окрике Блейн. Но вы с вашим темпераментом не даете мне устраивать там связи. А очень жаль. Но что поделаешь? Я уже кое-что сделал. Ваш любовник у нас. Эй-эй-эй. Мой любовник? Майкл Де Санта. Вы вместе жили в трейлере, вместе с горничной. А потом уединились в том большом доме. Очевидно, что он очень вам близок. А сколько вы готовы отдать за его безопасность? Мой любовник. Ага, точно. Да, не повезло. Не хотелось предавать друга, не хотел подвергать его жизнь опасности. Но тут уж выбирать не приходится. Бизнес я сверну. Тогда он умрет. Я серьезно. Передай ему, что я люблю его с всем сердцем. Так, Чен старше, новый контакт. Понял, понял. Это китайцы. Ясненько. Они подумали, что этот Майк любовничек наш. Вернее, Тревора. Не мой. Ламар. Эй, псих, жми в мою берлогу. Мы с Франклином приготовили последнюю тачку. Понятно, это с нами. Да с вами, с вами. А что там Майка захватили? Как мне теперь, блин? Что мне делать? Как его спасать? Так, с куда мне приземлиться-то хоть? Где аэропорт? О, аэродром. Йо-ху-ху. Йо-ху-ху. Куда-то сюда надо. Эй, добавляй скорость. Дружок. Стоп. Надо вот сюда вот сесть. Твою мать, движки-то заглохли. Стой. Черт.
Нужно развернуться и туда сесть. Паскуда. Разворачивай, разворачивай самолет. Главное не шлепнуться. Так, с еще. Поворот. Поворот, 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 поворот. Твою мать, только не падай. Ай-я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 й. Как же неудобно. Вот так вот. Вот так вот. Еще повернуть, еще, 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 еще. Черт. Давай поворачивай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тихо, тихо. Твою мать! Не-не-не-не-не, рано шасси, рано. Фу, паскуда. Черт, как я лечу? Бочкой. Видели, я бочкой летел. Ну, разворачивайся. Давай, давай. Кукурузник поганый. Еще разворот. Вот сюда, еще. Еще. Еще, вот так вот, все. Так, сбавляем скорость. Шасси выпущены. Сбавляем скорость. Сбавляй еще. Так, повернем. Сбавляй. Еще поворачивай, сбавляй. Вот так вот. Отлично, 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 отлично. Так, есть. Летим пока что вот так вот. Мягкое приземление, однако. Очень хорошо. Подруливаем немножко. Отлично, вот так вот. И почти мы на месте. Давай, роднули, давай. Все, стоп. Глуши движки. Вот сюда нам. Оу, е-е-е. Сохраняемся. А, выполнено. Зарыт топор войны. Все, сохранились, выходим. Вылази, Тревор. Фух, вот мы, в общем, все узнали, что было тогда 9 лет назад. Оказывается, вместо Майка там другой чувак похоронен, но тоже их подельник, с кем они банк грабили тогда. Так что вот так вот, Тревор обиделся на него, Майка в свое время похитили эти китайцы, которые хотят прикрыть бизнес Тревора. Вообще просто здесь у нас какая-то прям заваруха началась серьезная. Но давайте на этом пока что закончим. С вами был, как всегда, Турбо Ёжик. Продолжим в следующей части. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комменты. И ждите продолжения. Пока!